Всем доброго времени. Сейчас мы посмотрим такой расклад. Важные события, да? Важные события. Что ждет? Вот. Будем делать сейчас, ну, на двух колодах. У нас будет один вариант. Себя загадываем. Я всегда говорю людям, которые смотрят мои расклады, да, я всегда говорю, что не нужно загадывать каких-то определенных людей, потому что те, которые события нам нужны, люди, которые вам нужны, они выйдут здесь сейчас. Понимаете, да? Поэтому сейчас мы будем смотреть на один вариант. Важные события, да? Вот, что у нас тут будет происходить. Ну, а за более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Я чувствую энергию смерти, энергия смерти, холода, энергия гроб, смерть. То есть кто-то тут похоронил отца недавно, вот-вот-вот. Приблизила я такую камеру, да, у меня такая рука большая. Вот. Сейчас я немножко отодвину. Вот. Энергия смерти, холод, гроб, красный гроб почему-то, да. Ну, он, в принципе, у всех красный, но цвет красный. Или же много крови человек потерял, да? Ладно. Важные события. Важные события. Сразу хочу сказать, что здесь пришли люди, которые сделали очень много абортов. Сейчас немножко такой сеанс ясновидением будет. Мама, почему? Мама, зачем? Мама, ты где? Мама, почему? Мама, зачем? Мама, ты где? Аборты были до 3 недель, до 3 месяцев, тире до 4 месяцев. Очень много погублено детских душ, прям очень много. То есть аборт за абортом, прям мир каких-то грехов. Знаете, какой-то оракул печали. Вот прям мне сразу, мама, почему, зачем, зачем, зачем. Сейчас вы сожалеете, но очень уже поздно сожалеть. Очень много убитых вами детей. Нерожденных маленьких детей. Важные события. Вы перевернули мышление какого-то человека, какого-то мужчины, перевернули его самолюбие, перевернули его мысли. То есть есть мужчина, который занимается своими проблемами, одновременно он занимается и людьми. Почему людьми, я сказала? Тут что-то связано с врачом. И, скорее всего, врач или же человек, который помогает людям, может быть, волонтер. То есть тут следит за вами какой-то мужчина, который не решается, да, то есть к вам подойти, или же вы общались, но он не решался как-то, да, подойти, или же, но не решался сделать шаг на новый уровень отношений. То есть здесь наблюдение мужчины, ну, мне идет больше как или хирург, да, или же человек, который своего рода, может быть, как-то помогает людям, может, просто душевный человек, компании, он может поддержать людей, или же человек, который может как-то, знаете, подбодрить людей, или же сделать так, чтобы они бросили какое-то дело, не замышляли плохое дело или какое-то опасное дело. Но, скорее всего, человек, работающий с людьми, но почему-то как с больными, скорее всего, может быть, это врач, но вы его знаете. То есть это важное событие, этот человек у вас на пороге. Давайте смотреть, и я буду дальше понимать, что он будет делать. Но он наблюдает за вами, он держит к вам интерес определенно через какого-то мужчину. То есть он хочет прийти к вам через какого-то мужчину. Он хочет появиться к вам через какого-то мужчину. И он слушает что-то за вас от какого-то мужчины. Блядь, сейчас, извините, я открою, ну, окно, балкон, мне жарко. Что-то
На чем я остановилась, да? То есть тут слушает этот мужчина у вас вот какого-то мужчина. Будут какие-то важные переговоры в семье. Но я бы не сказала, что это конфликтные какие-то ситуации, да? Но они для вас будут важные. То есть события с людьми, накаленные, острые языки окружают вас. То есть люди, с которыми вы будете что-то решать, эти люди из семьи. И с ними будет что-то решаться. После разговоров с ними вы решите что-то, перейдете на новый уровень. То есть я вижу, что люди из вашей семьи и вы, то есть вы две стороны, которые откладывали этот разговор, все равно к нему придете. То есть тут что-то семейное, вы будете что-то решать. Очень много крови, это узы семьи, это родственная связь, это гены, ДНК. Вот что-то будете решать со своими людьми, близкими из семьи. И вам будет даваться это нелегко. Это тяжелые какие-то разговоры, тяжелый груз. Вы себя считаете виноватой. Может быть, две стороны считают себя виноватыми, да? То есть, может, вы с родственниками не общаетесь. Или же с родственниками мужа вы будете что-то решать. Будут какие-то накаленные разговоры, накаленные какие-то, да, вот... Даже, возможно, и интриги. Интриги семейного дворца. Важные события вы будете проходить через печаль, будете проходить через какую-то боль. А к чему вы придете? Ой, вы придете, то есть, к тому, что будете узнавать какие-то тайны. Смотрите, сейчас я буду рассказывать, это очень интересно. Вы будете узнавать какие-то тайны, что касаемо вашей семьи, вашего окружения, но вы не будете хотеть в них верить. Значит, смотрите, здесь идет какой-то соблазн, какое-то искушение. Я вижу, что кто-то, возможно, хочет из вас открыть магазин или же открыть какой-то бизнес определенный, да, но как-то что-то с торговлей связано. Да, вы можете это делать, да, вы можете открывать. То есть у вас получится, только не разглашать это. Смотрите, здесь будут какие-то тайны. Какие-то разговоры, будете слышать, какие-то разговоры за вас будут пускать люди. Вы не захотите в них верить, вы знаете, как-то будете убегать или не верить в них. Или же не хотеть верить в эти разговоры. Сейчас я раскрою эти карты. Тут какая-то... Хитрый человек, эмоциональный человек, любящий выпить. Смотрите, здесь может быть какая-то заподлянка от бывшего. Бывший будет тереться в доверие. Это будет вот на пороге. Бывший будет... А, вот такая, да, ситуация. Я же сказала, да. Я есть сила. Любовный треугольник. Бывший, который придет к вам втянуть вас в любовный треугольник. Бывший, который вас бросил, смотрите, он не закончил отношения с той мандой, извините за выражение, он придет к вам опять сделать вам больно. Это будут тоже такое главное событие. То есть не подпускайте на порог бывшего, я его опишу. Он эмоциональный, он любит выпить, он любит, ну прям не то, что выпить, побухать. Он придет к вам для того, чтобы опять втянуть вас в... в этот любовный треугольник. Смотрите, я еще сейчас расскажу кое-что, и я дам вам предупреждение и подсказку. Там будете решать сами, вам оно надо или нет. Я вижу такую картину, что вы общались с мужчиной, ему было до 40 лет, либо 37, либо, может быть, и 40. Он резко пропал и ушел. Он вам изменил с женщиной. И вы постоянно об этом думаете. И думаете, правильно ли вы думаете или нет. Да, все карты показывают «да». Он уже давно не появляется где-то на протяжении года. Он придет к вам в скором времени. Я по картам вижу любовный треугольник, женщина и вы. Для того, чтобы сказать... вам, что да, это было, да, я изменил.
Вопрос. Задайте сейчас себе сами, женщины, которые смотрят меня. Нужно ли вам этого гандоплета принимать обратно для того, чтобы услышать, что он трахал другую бабу? Или вы хотите пройти через эту боль? Или вы хотите быть в целости и в сохранности? Подумайте об этом. Важное событие, важное решение, которое вы должны принять. Придет человек для того, чтобы, да, увидеться с вами, но не нанести вам какую-то боль, потому что, ну, он не был вам преданным. Вы понимаете, возможно, сейчас, о ком я говорю, и этот человек придет. Будете принимать важное решение, его принимать или не принимать. Какой-то мужчина захочет подавить вас, сделать так, чтобы вы не были как-то наверху, да, для того, чтобы вы были внизу. Он не рад вашей победе. Скорее всего, это какой-то определенно родственник, да. Он не рад вашей победе. То есть тут как-то подавление со стороны родственников будет в вашу сторону. Но опять же, это не для всех. Какие еще важные события у вас? Кому-то вчера, вот, а может, и сегодня уже исполнилось 34 года. Что там у меня непонятно, кто ходит у меня по комнате, живые или мертвые? Важные события. Вот смотрите, опять идет тема любовных треугольников, тема, которая уже давно, ну вот он, мужчина, который придет к вам, мужчина, который разбил вам сердце, вы очень дорого заплатили за эти отношения, прям очень дорого. То есть вы настолько дорого заплатили этими отношениями, вот просто дорого за эти отношения, вы потеряли здоровье, вы просто потеряли здоровье. Мужчина ушел, сейчас идет к вам. Со своим богатством, ну, конечно, в кавычках. Проявление мужчины из прошлого, который разбил вам сердце, хочет прийти сейчас в данное время. Для того, чтобы показать, какой он хороший, какой он красивый, какой он значимый для вас, он незначимый. Он умеет хорошо зарабатывать деньги. Лев, может быть, по гороскопу, да. Мужчина, который придет к вам, будучи разбил вам сердце, он будет доказывать вам, что он значим в вашей жизни. Но это не так. У вас будет стол переговоров с мужчиной. С вами хочет переговорить мужчина из прошлого. Он умеет хорошо зарабатывать деньги. Но опять же, я смотрю, что вам придется прятаться из города или уезжать, или же просто избегать встречи с каким-то определенным человеком. Или же вы делаете это уже. То есть, да? Либо вы уже избегаете встречи с каким-то человеком, или же вам нужно просто будет уезжать на время из города. У кого-то может отыграться, что вы, допустим, на все лето поедете на море и все. Будете проходить какой-то ценный опыт. За вашу работу вы будете вознаграждены. Вы обучаетесь сейчас, скорее всего. Я смотрю, что вот еще есть сейчас такая женщина, но это не одна, которая меня смотрит. Допустим, она выигрывает, допустим, в чем-то, осваивает что-то, новую профессию, да, и становится неинтересно. Что-то купила и становится неинтересно. То есть есть такие женщины, которые играют. Или же не играют, а как правильно сказать? Вот они побеждают в чем-то, они имеют, покупают,
то, что другие не могут покупать. И вот и все, как бы это уже становится неинтересно. То есть вы что-то кому-то доказываете, но пускай даже не кому-то, а себе, и вам становится неинтересно. Вам становится неинтересно, да? То есть вот так вот. 04.04 года день рождения, и, ну, вам становится просто неинтересно. Кто-то меня смотрит, он рисует сейчас картины, да, кто-то будет выставлять свои картины на продажу, допустим, да, вот, такое может быть. Очень много тупых мыслей у вас каких-то, да, извините, вы не можете отпустить мысли. Кому-то нужно делать чистку. Смотрите, у кого-то с психикой ярые проблемы, прям ярые. Застряли в прошлом, не можете уйти из... Да, вот я же говорю, карта прошлого, не можете уйти из прошлого, вы застряли в этом прошлом, живете в прошлом, любите женатого мужчину, который ушел от вас, погрузился в свое что-то, да, вот, и вы вот думаете об этом мужчине, даже фотки храните этого мужчины, и все по кругу, то есть нужно делать отвязку, или же как-то делать какие-то чистки, потому что вы прям погрязли в этих мыслях. Кто-то работает, это я смотрю, как львы, тигры, может, кто-то в цирке работает, допустим, да, вот с этими животными. Женщина меня смотрит патологоанатом, не может бросить свою работу. И, возможно, из-за этого вы развелись со своим мужем. Какая-то встреча у вас будет с женщиной, да? Слушайте, да. Взаимодействие. Есть женщина, которая не знает, хочет ли она с вами взаимодействовать или нет. Женщина, которая борется. То есть к вам хочет прийти навстречу женщина, которая борется, да? Нужно ли идти навстречу, не нужно ли идти навстречу, да? Тут такая какая-то женщина, ну вот это вот может родственница быть. Непонятная какая-то женщина. Вот знаете, как она и ярость хочет, да, это как родственница. Или... Я вижу еще, что вы, допустим, платите деньги, чтобы вам нашли в интернете какую-то информацию за человека. Вам ее найдут, но она будет лживой. То есть вы получаете какую-то информацию о человеке, которая будет лживой. Или же где-то правда, но в большинстве случаев лживой. Опять много людей из прошлого, которые вам принесут такую, да, боль значительную. Думаете, стоит ли принимать этих людей или закрывать историю романа? Все они предатели, все они... Все они такие, да, несерьезные. На кого-то кладбищенская магия, смотрите, уже наведена магия. На кого-то, да, нужна чистка. Определенно на кого-то она наведена, кому-то нужна чистка. Действительно, да. Да, черт, у кого-то сегодня остановились часы. Вот смотрите, интересно, мне еще сказали передать: Ксюша, ты не туда пошла работать. Вот. Вот почему-то вот так вот, да, передать. Ксюша, ты не туда пошла работать. Вот. Я не знаю почему. Может, это про вас, или же про вашу сестру, тетю, да? Ну, уже сами смотрите, решайте. Вот. Я смотрю, что кто-то хочет написать книгу и выпустить ее. Нет, у вас не получится. Я не говорю, что совсем, но пока, да, пока у вас не получится. Меня могут смотреть, конечно, люди, вот такие вот женщины, которые... Ой, блядь, карты чуть вылетели, да? Вот, меня могут смотреть женщины, которые хотят работать и с темными силами, и с белыми, быть двурушниками. Не получится, вы плохо закончите, да?
кто-то собирается на экскурсию, но вы там столкнетесь с обманом, либо уже столкнулись с обманом. Именно, да. Как вот по деньгам, что-то с деньгами будет связано. Все, на этом я закончу расклад. Всех была рада видеть и слышать, я потому что вас слышу и вижу. Вот, у кого-то очень тяжелая энергия, вообще в основном она очень грустная энергия. Да, смотрите, у кого-то папа в запое, а брат игрок, игроман, реально играет на ставках. То есть тут нужна защита, чистка, очистка и защита. Вот, вы меня поняли. Кто-то идет на собеседование завтра, но это вам вообще просто, ну, пиздец, как бы не пригодится, потому что это обман. Скорее всего, это сетевой маркетинг. Все, я всем желаю добра, всего хорошего. До свидания.